Девочки, еду за тканью. В Москве не было запрета не выходить на улицу. Я вам больше скажу. За тканью еду, склад открыт один день. Вот, и мне надо успеть купить ткань. Здоровье мое как, да? О каком здоровье речь? Когда такая погода? Когда я за неделю вышла на свежий воздух. Меня даже солнышко не раздражает. Вы же меня попрекаете с тем, что режим самоизоляции не для меня. Вот я вам и ответила. Главное его не трогать, потому что у меня дикое желание проколоть его иголкой. Они не в стразах, девчонки. Ну, видите, кто-то говорит, что плохо, что я не критикую себя. Вы говорите, что, вернее, хорошо. Кто-то говорит, что плохо. А вы меня такой сделали. Вы же гадости все мне тут пишете с утра до вечера. Нет, с Жемкой пока не буду видеться, потому что хотя бы еще до завтра точно. Из-за Сашеньки я очень сильно боюсь. Она уже сколько вон пишет, прийти, принести что-то, я не разрешаю ей. Зачем мне по коду выезжать в город? Девочки, у нас нету этого, успокойтесь. Лен, забудьте, если я вас обидела, извините, пожалуйста. У меня такое потрясающее настроение. Не докапывайтесь. Верю, не верю, это мое личное.
любимая дорога до Джимми Пой, до работы. Когда все нормализуется, я хочу на работочку. И вам доброго дня. Любимый Живаго, когда я туда схожу? Это рулонами продают. Вот. А куда я сейчас еду, это проезд Серебрякова. Там метровками. Ребят, как думаю, я вам не понравится. Не спрашивайте меня, пожалуйста, на эту тему. Продлят, верю, не верю. Одному Богу известно. Слушайте, ну не всем в этой жизни быть красивыми. Кому-то надо быть страшной. Вот, возьму на себя эту миссию. А почему он нас так ведет? Ну, я вас по красивой дороге. А вы меня по красивой дороге. О как. Жизнь прекрасна. Время одинаково, видите? А, да? Знаете, да, достаточно оживленно в Москве, это не может не радовать. Нет, не в маске. Ой, Ирина, не говорите, болею, еду, заражаю таксиста. Прям ага. И вас тоже могу заразить. А смысл в маске на улице, а в машине нет? Ну, вы откройте, можете Инстаграм, можете Яндекс, можете Гугл и почитайте, для чего носится маска. Сочи. Я милая. Кать, вы меня с кем-то путаете. Я тварь. И сука. А еще невоспитанное быдло. Привет, Украине, привет. Привет, Настюша, привет, родная. Хачапури просто нереальное было. Я очень люблю лодочки по-аджарски, очень. И для меня, кроме марани, именно по тесту, никто не перебил вот этот вот вкус. Но вот этот вот вчерашний, точно не дам соврать, выключите кондиционер.
Спасибо. Нет, я не за пуговичками. Пуговички пока не работают, я за тканью. Вы осведомлены? Ну, слава богу. Ну, я надеюсь, что хотя бы юг будет открыт, чтобы мы хотя бы в Сочи могли, ладно, за границу. Серьезно? Дело в том, что я не в настроении. Я смею вас разочаровать и огорчить. В потрясающем просто настроении. В таком, что вот от всей души хочется и вам пожелать такого же. Моздоку Владикавказу огромный привет. А там же стоит проезд Серебрякова адрес? Да. Да, точно. Привет Грозному, Пятигорску. Вся в тональном, в пудре. Но мне их очень, слава богу, много. Привет. Нет. Я не домой, я еду по работе. Привет, Мамедова, привет, как вы там? Начала свой бизнес. Ой, я не знаю, как с чего вам начать. Год мне шили вещи. Такой вас ответ устроит. У меня было 8 конструкторов. Карантинитесь? С таксистами могу ехать. Ой, ну, наверное, единственное, да, куда мы сможем, это Сочи, с огромным удовольствием. Хотя, я же позитивный человек, я все верю в лучшее. В теорию заговора, ну, я вчера на эту тему отвечала. Я верю, что миром правят масоны, реально верю. Ну, как бы обсуждать смыслы, постоянно это мусолить. Давайте спросим, как вы реагируете на мое общение, молодой человек? У вас тут вопрос, да, спрашиваю. Прекрасно. Прекрасно, видите? Я же вам говорю, что, видимо, для тех, кто пропустил этот эфир, я очень хочу познакомиться с кем-нибудь из семьи Барухов или Рокшильдов. Как правило, Рокшильды, правильно, да? А то мне все фамилии... Я столько начиталась за это время, что мне все фамилии поперепутались. Больная еду. Ой, ну вот такая вот еду заражать больной. А мне эска. Мы не работаем на заказ, у нас не ателье. У нас производство, и мы также работаем. Вот мне надо куда-нибудь туда с кем-нибудь познакомиться. Есть вариант? Я внедрюсь в систему и буду вам рассказывать все как есть. Угу. Пешком прошла по Кутузе, когда вышло солнце. Вот.
сами на меня выйдут. Блин, а как надо сделать, чтобы они сами на меня вышли? Может, пост написать? Ребятки, я хочу к вам в команду. Нет, у меня, к сожалению, пока не этот, а собственное производство. Вот, они, ну, я же на другом, ну, на чужом производстве. Типаж, как у меня для любовницы. Ничего себе, это что-то новенькое. Жаль. Почему мне не стали брать базок? Потому что я не болела. То, во что вы все верите и о чем пишете. Спасибо, моя хорошая. Давай, целую тебя тоже. Лореаль, да, кастинг 400. Они сатанисты, да я вас умоляю, но не до такой же степени я туда внедрюсь. Маски есть наличие, да, их очень много, разных цветов. Аксессуарчики под костюмом 2000. Ой. Видите, я же общаюсь нормально. Привет, Дагестан. Модели? Ну, конечно, сама кто. Сюзан, я слышала это голосовое, только я не знаю, почему. Может быть, правда вам, ваша знакомая. И мне скидывали, что это в Осетии было. Никак не отношусь к QR-коду. Привет, Челнам, Якутии. Через 2 месяца.